Всем привет, с вами Стар, специально для Лока ТВ. Мы с Димой Бариновым играем в FIFA на сборах. Привет, Дима. Привет. Че, готов? Да. Боруссия, Ливерпуль. Дима за Ливерпуль, я за Боруссию. Как настрой? Отлично. Готов меня выигрывать? Да. Я пока тебе ничего не могу говорить. И учить тебя чему-то. Не, просто вратари в FIFA в ближний угол постоянно пускают. Опа, прессингуем. И вот через себя. Блин, было бы красиво. Ой! Аккуратнее. Ой-ой-ой. Вот так. Да! Ай-яй-яй! Я тебе про кого говорил, а? Слушай, тебе, по-моему, все в этом матче крайне чистит. Ну вот, все, я про него и говорю. Хорош, Бара. Хорош, Бара! Ой, что делаем, Бёрхи? Ой-ой-ой. Фига, Сократис радуется, как будто гол забил. Да не вот. Давай, Бара, держать. Видишь, у него два момента. Сейчас левый, да, под мышку попал. Да. А еще что? Что ли он издевается над нами? Дал протюхать тебя. Браво! Забей, пожалуйста. Ты что? Пара, блин. Ты что, травишь? Вот 90-е. До свидания, киберфутбол. Это психология. Готов? Да. Ям, ну это и ты, твой черный глаз присутствует. Так чего я сейчас за тебя болею? Ну, блин, ты, может, и не искренне болеешь. Удаляй, удаляй! Ты в прямой эфир видишь? Дернулся. Да нет. Стали на фарт еще. Ты меня так прочитал в центр, все. Ты видишь, я спросил, ты в прямой эфир видишь? Куда я знаю? Забей, до прямого. Он издевается над нами. Перекид. Смотри, перекид. Ой-ой. Я знаю, куда ты бьешь, смотри. По центру. Спасибо за игру. Нет, молодец, ты хорошо играешь. Ты тоже хорошо играешь, нет, еще не показать. Может, другими командами ты меня дернул? Нет, я там Ливерпуль мог сыграть. Ну окей, ладно. Просто не твой день сегодня.